Кубань, Краснодар, Динамо, Махачкала. Да, 31-й тур, Майлбет, первая лига. Матчи сыграны в основной своей массе. То есть 9 поединков в туре, 8 позади. Сегодня 9-й. Это матч, который предлагается вашему вниманию. Поехали, да, бело-голубые цвета Динамо Махачкала, желто-зеленый это Кубань Краснодар, хозяева матча. Майлбет, первая лига, 31-й тур, последний поединок тура. Кубань дома принимает соперника из Махачкалы. Смотрим за этой атакой, потом продолжу. Перевод направо, прострел! Что означает это? Это такой прострел низом, домашняя заготовка. И опять, видите, да, я был прав, там... Центральные защитники попытались хозяйничать. Лебеков. Хорошая подача. Архипов дотянулся. Казалось, улетает мяч. Ну так подстроился, успел. Тяжеловато было, далековато. Уже от ворот тянулся к мячу. Сложно было так исполнить Марка Ван Бастена, Златана Ибрагимовича. Кто там еще так? Гораз был. Штрафной приближается, убирает под левую, идет дальше. Кагермазов прошел очень просто. Удар-то будет, вот он. И выше ворот, и первая острота. Это, кажется, Родин бил. Да, это был Даниил Родин. Но как же Кагермазова-то убрал? В давние времена бородатый. Теперь Каспийская, Махачкалинская. Нури Абдоков. Лаук. С левой прострел. Здесь спокойно можно было Атабаеву играть, но нет. Ай-яй-яй, залетает в ворота! Юсупов, и кто там? Кто это? Давайте поздравлять Красильниченко! Олег Красильниченко, Залимхан Юсупов, подача, разбирать эпизод будем. Штрафной, как неудачный момент, Абдоков и Терновский лицом спасает сейчас Динамо голкипер. Ну да, пару шагов сделал, это было очень важно. Одной ногой отдавал, другой сам же себя блокировал. И в конце концов мяч дошел. Момент, удар забивает Терновский. Архипов, Артем, ну как же так-то, а? Желто-зеленые елки-палки. Ну сложно было, да, но вот я думаю, что в этом-то и отличие мастера хай-класса, когда ты чувствуешь мяч всеми клетками. Удар штанга, Архипов забивает. Да что ж такое, Архипов, а? И сейчас развел руки Сидоров. Что ты, Артем? Что с тобой? Потерял игровой тонус. Два матча не играл. Какой удар потрясающий. В штангу мяч влепился. И дальше Архипов, кажется, был не вовне игры. И решение, момент, Динамо. Ну, доведи. И видел ведь. Снова с мячом Юсупов. Еще одна подача. Удар! Нестеренко! Спасение, которое оставляет Кубань в игре. 2-0. Отыграть у этого Динамо это не, даже не проблема, это фантастика. Сейчас в режиме реального времени последний матч тура. Все уже сыграли. Динамо может набрать 3 очка. Момент может быть. Удар! И влетает мяч. Нет, не влетает. А не было вне игры. Вот сейчас обращаются. Я не вижу помощника судьи. Сейчас Щеткин. Там Гаджимурадов пытался сцепиться. Снова Абдоков врывается, падает. За симуляцию получал он с Акроном желтую. Сейчас Смолин прощает. Вот смотрим. Ну нет, не было ничего. Вот момент. Удар забивать надо и спасение игры. Ну ничего себе, безденежных и Баженов. Кирилл Баженов, барнаульский парень. Абдоков, подача, вынос, свистит, все. Ух, последний матч тура. Кубань-Динамо. Победа махачкалинцев в Краснодаре 1-0.